Диана Арбенина срочно госпитализирована во Франции. По словам самой Арбениной, это итог увлечения горными лыжами. Подробности инцидента певица не сообщает. Она призывает поклонников не пугаться. По словам Арбениной, с ней все в порядке. Она попала во французскую больницу, потому что очень любит кататься на лыжах. Артистка призналась, что виной всему ее собственное безумие. Диана заявила, что очень любит Францию и восхищается местной медициной. По ее словам, французские врачи – это сила. В наступившем году певица отметит 45-летие. Ее трудоспособности можно только позавидовать. 2018 для ночных снайперов ознаменовался несколькими важными событиями. Это и грандиозный концерт в переполненном Олимпийском по случаю 25-летия коллектива, и успешный гастрольный тур. В планах Арбениной – открытие собственной звукозаписывающей студии. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!